Rossiyada aynan Sankt-Peterburgda yashaydigan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Hujjat muammolari sizni qiynab yubordimi? U holda biz sizga o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Jumladan, zabtetni tekshirish, patentni bekor qilinganligini aniqlash, rus tili bo'yicha sertifikat, rasmiy registratsiya, patent, medkomissiya va shu kabi sizga kerakli hujjatlarni oz fursat ichida va qonuniy tarzda hal qilib beramiz. Murojaat uchun ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. И 0,2 килограмм. Встречайте в синий угол ринга боец из города Краснодар Евгений Смелов. Первый поединок сегодняшней программы в легком весе. Запланировано у нас целых 6 раундов. Евгений Смелов из солнечного Краснодара сейчас проследует в ринг. На счету у этого бойца 4 поражения, 3 победы, 2 победы нокаутом. Под песню про самого себя Смелов Евгений сейчас проследует в ринг. Вот он на ваших экранах проводит целый третий бой. Году свой предыдущий поединок, к сожалению, для себя проиграл. Проиграл хорошему бойцу Акжолу Сулайманбеку Уулу. Акжола мы сегодня увидим. Встречайте против опытного Андрея Исаева. Красный угол ринга. Бойцы из города Андижан, Узбекистан. Равшанбек Принц Умурзаков. Ну а теперь Равшанбек Умурзаков из Узбекистана. У него профессиональный дебют. Сейчас проследует в ринг. 24 года Равшанбеку, рост 179 сантиметров. Равшанбек Умурзаков, кстати говоря, полюбителем был участником сборной Сборной Узбекистана, да, был сборником и также участником чемпионата мира среди студентов, участником многих международных турниров, победителем и призером. Такой стабильный боец, который часто оказывался в сборной Узбекистана по боксу, а это очень о многом говорит, о хорошей школе. Учитывая, да, как сборная Узбекистана по боксу выступила совершенно недавно. Вообще в Узбекистане очень высокая конкуренция в боксе, и это было не только вот недавно, это вообще давно, еще со времен Советского Союза, узбекские боксеры показывают высокие результаты. Равшанбек в ринге до четвертьфинала добрался он на чемпионате мира среди студентов. Краснодар, Россия. Ему 29 лет, рост 169 сантиметров, вес на взвешивании 61 килограмм 800 грамм. Профессиональный рекорд 7 боев, 3 победы, 2 нокаутом, 4 поражения. Евгений Смелов. Его соперник в красном углу, боец из города Андижан, Узбекистан. Ему 24 года, рост 179 сантиметров, вес 61 килограмм, 500 грамм. Дебют на профессиональном ринге в Равшанбек Принц Умурзаков. Рефери Дмитрий Болдырев. Господа боксеры, слушаем команды внимательно, соблюдаем правила. По затылку не бьем, ниже пояса не бьем, пожали руки, удачи по углам. Ну что ж, сейчас начнется первый раунд. Евгений Смелов против Равшанбека Умурзакова. У Равшанбека Умурзакова профессиональный дебют. Он выше ростом своего соперника. Вообще высокий для этой весовой категории парень. 179 сантиметров рост. Давайте смотреть. Ну вот начинает традиционно на дистанции. Плюс левша. Левша, да. Но Евгений Смелов своей фамилии соответствует на все 100%. Плюс у него из 3 побед 2 победы досрочные. Удар у Евгения есть. В свое время он занимался, причем занимался очень неплохо и успешно кикбоксингом, К1, и вот перешел в профессиональный бокс. Единственное, мне кажется, несмотря на то, что высокого роста Равшанбек, руки у Смелого чуть-чуть подлиннее все же. Евгений жестко заряжен. В принципе, он всегда так работает во всех своих поединках. Достаточно открыто идет вперед. Пока смотрит Равшанбек Умурзаков, что можно с таким соперником сделать. Ну, еще добавлю, Равшанбек по любителям дважды побеждал на турнире в памяти
великого американского, советского и узбекского тренера Сиднея Джексона. Так что, ну и плюс участник сборной Узбекистана. Посмотрим, школа пригодится ли школа Равшанбека в этом поединке. Поможет ли ему большой любительский опыт? Совершенно верно. Чуть-чуть поближе нужно работать Равшанбеку, потому что с дальней он не достает соперника. Ну вот, прошел наконец-то первый джеб точный у Мурзакова. Пока не успевает так нащупать дистанцию Эргашев. О, прошу прощения, у Мурзаков. Эргашев-то как раз в предыдущем поединке очень быстро все нащупал. Ох, какой плотный удар по туловищу. Да, это иногда... Нет. А по-моему, да. Дмитрий Болдырев, я думаю, что здесь нужно считать. Удары по корпусу имеют очень жесткий отставленный эффект. Все. Все, все, все. Ну. Аут, аут. Да, и Дмитрий Болдырев зафиксировал досрочную победу Равшана Умурзакова. Ну, у Равшанбека такая стопроцентная реализация. Один жесткий точный удар и один нокаут. Салам алейкум, мои друзья. Футболка, футболка. Это наша победа. Ну что ж, мы поздравляем Равшанбека Умурзакова с досрочной победой, нокаутом. И Евгению Смелову мы желаем скорейшего восстановления, кстати. И главное сейчас ему восстановиться, прийти в себя. Мы видим, пришел в себя Евгений Смелов, до сих пор он корчится от боли. Ну, слушайте, друзья, чистые, жесткие удары по печени. Не дай бог никому такие пропускать. Особенно бесплатно, если. Сейчас будет официальное объявление победителя. Яркий, успешный дебют у Равшанбека Умурзакова. Хотя не предвещало, на самом деле, ничего в начале раунда такой исход, на мой взгляд. Но сказался, видимо, хороший опыт. Дорогие господа, на второй минуте, 6-й секунде первого раунда победу нокаутом одержал Равшанбек Принц Умурзаков. Еще раз поздравляем Равшанбека Умурзакова с ярким дебютом и, конечно же, огромное уважение Евгению Смелову. И ждем следующую пару.